Опять мы играем ночью, уже часа два, точнее полтретьего. Из-за этого нас закидывает самый низ списка, а так бы все были одноуровневые. Одни списки. Ну и мы назовем это видео, наверное, ночное страдание на ПТ. Под пиво. А, страдание должно быть страдальческое. Да конь сдрали. Да, пиво. Говори громче. Я тебя не слышу, женщина. Альянс «Злые дырки» набирает бойцов в свои ряды, требования 25+, активность. Это девичий альянс? Злые дядьки, блядь. Ты смеешься. Хам, понимаешь, они раньше переименовались. Сейчас Кирилл точно проиграет. Подожди, я нашел у него слабое место. Тебя не расстраивает, что у него будет? Ну, если да иди вы нахуй. Идите вы нахуй, блядь. Я не буду его целовать, не проси. Зая. Нет. Сама его целуй. Он твой, ты его и целуй. А мне он совершенно не симпатичен. Ну, если побрить-то станком надо, я не отпущу, так не побрил. Лёхи, наверное. Опасную бритву давай. Опасную, тебе такую страшно давай. Я стрелюсь там. ПТ что должно делать? Стрелять издалека, куда ты лезешь? Только подстрелили, знаешь, сколько взяли? Я уже думаю, надо работу бросать на парикмахерку. Видя спит в это время. Что там спит? Какая машинка станком подровняет машин? Я не прям. Что там должно быть видно? Будя. Надо сбрить их, правильно? Сейчас Алексей сбрит. Смотри, я еще тебя надеюсь, бреви. А я боюсь. О, давай. Вот, наконец-то ты нашел свою позицию. Нет, нет. Леху кидай в него. Давай наперед, 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 наперед прицел. Леху, Леху кидай. Как Леха об этом? Сейчас он выйдет, сам я говорю. Давай, Леху, что ты проспал опять? Вон, вот это хотя бы доконит, да. Вот, молодец, уезжай. Уезжай. Да, блядь, как так? Геймплей не удался. Ты имел в виду брифинг?